мы тут снимаем маленький ролик для YouTube-канала. Можно к вам пару вопросов задать? Не-не-не. Я еще хочу в Австрию. В Австрию? Да. Ну, конечно, меня очень интересует Китай. Не-не-не, нам не хотите ограничивать. Давайте, все. Поворот и туда, все, Макдональдс. Ага, спасибо. Вопросы буквально на 3 минуты, не больше. Куда вы поехали? Азия, Европа. Да. Хорошего дня. Всем привет, друзья. Сегодня мы сделаем снова интервью, репортаж из многофункционального центра, куда приезжают ребята из СНГ, чтобы получить необходимые документы, а именно патент для работы. Узнаем, спросим, хотят ли они переехать за границу, легко ли им сейчас стало в России работать в связи с ограничениями Медведева и кризисом. У нас YouTube-канал о путешествиях и миграции. Вот. Ага. Мы хотели узнать, а вы откуда? Я из Замбии. А как и давно вы в Москве? Я не в Москве, но я постоянно живу в Туле. А, знаем такой город. Да. А почти учитесь, 6 лет уже в Туле. Вам нравится здесь или хотели бы куда-то переехать, в другое уже место? Уже привык. Да. Ну, конечно, хочу куда-то еще. А куда бы вы хотели, если бы был выбор? Любую страну такую, на скидку прям. Норвегию. В Австрию. В Австрию? Да. А в США хотели бы поехать? Нет. Если бы у вас была возможность, куда бы вы хотели поехать? В какую страну? Там, в Европу или в Канаду, или в США? Может, у вас друзья, знакомые там уже есть? Или пока нету? Ну, конечно, меня очень интересует Китай. Китай? А вы там пока ни разу не были, да? Нет, не были. Но просто такое представление о стране, что вы хотели бы туда поехать. Да. А вы москвичка, то есть вы из Москвы или? Нет, я тут, как говорится, мигрант. Вы из? Из Киргизии. А, из Киргизии. Угу. Понятно. Спасибо вам большое. Скажите, вы из какой страны? Или вы из Москвы? Вы как бы... Ну, постоянно... Я из Киргизии. А, из Киргизии? Да. А, скажите, если бы у вас была возможность, в какую страну вы бы поехали? То есть, Ой. Вы вопрос задали. В Норвегию хотелось бы, да. Класс. Можно вам вопрос? Да. Про путешествия. Куда бы вы хотели поехать, в какую страну, если бы у вас был выбор? В США, в Норвегию, в Канаду. Куда бы вы хотели поехать? Жить и работать? Жить, ну, в Америку. В Америку? Да, а почему? Что слышали про эту страну? Нормально, денег зарабатывать. Я узбекистанин. А вы кто-то из друзей, знакомых уже в США есть? Нет. Вы первый планируете, да? Да, если есть возможность. Хорошо, спасибо. Хотели бы переехать за границу? Да. В Европу, например, или в Штаты? В какую страну? Я больше хочу в Таиланд попасть. В Таиланд? А Европа вас не интересовала никогда? Нет. Если бы у вас был выбор, в какую страну вы хотели бы поехать? Честно, то Канаду. Канаду? Да. А у вас там из друзей, знакомых кто-то есть? Да, есть. Здорово. А вы никогда там не были, да, еще? Нет, пока? Только слыхал. Здорово. Планируете в ближайшее время? Дай бог. Хорошо, удачи вам. Вы из Узбекистана? Да. Узбекистану привет. Да, Узбекистану привет. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.